Всем снова хай. Долгое время я выпускал на канале всякий кал, но сегодня момент, которого вы так ждали. А может и не ждали. Ограбление Кооперика на 5 миллионов 700 тысяч 46 кта долларов. Это же дохера и сколько баблинского, которого вам хватит на всю вашу кта жизнь. На самом деле не хватит. Для сегодняшнего ограбления я нанял двух подопытных. Китайца, которого уволили с Алиэкспресс, и проститутку, которая жила на Кооперика до этого. Она по сути и покажет, что куда. Ладно, без долгих вступлений, пожалуй, приступим. Специально для этого видео я оставил пантеру, вариант ограбления. Выбираем самый тихий и быстрый, так как мы проходим на элитные испытания. Транспорт доставки косатка, разумеется, точка проникновения канализационный тоннель, точка входа тоже канализационный тоннель, точка эвакуации косатка и время суток и день, чтобы было лучше видно противников. Они то все равно слепые, так что разница только для нас. А сейчас под неоновую музыку вы увидите прохождение. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
Ага, старый хуй опять наебал, сказал, что ограбление будет на 5 700 000, а на деле жалкие копейки. А? Хуйна, сейчас я вам все расскажу. Дело в том, что многие не знают про систему наград в GTA 5, которая награждает по ходу игры, так вот в Skyperica то же самое. К примеру, если вы впервые пройдете ограбление, то получите 100 000, если пройдете его один, то получите еще 100 000. Если пройдете вчетвером, также получите 100 000. Если пройдете на элитку, получите 100 000 за элитку и плюс еще 200 000 за первый раз. И так далее. Проверяйте свои награды. Оставайтесь на связи. С вами был Дед 86. Почему 86? Тебя чё ебёт? Всем ГГ, всем ББ.